Сегодня у нас 25 июня. Вот в это время плодоносит у нас обильно чемород и русь. Хочу ваше внимание обратить на вот эту ягодку, чтобы вы увидели реальность. Вот ягодка, вот она здоровая. Она и весить будет, эта ягодка, 100 грамм не меньше. Я недавно на рынке продавал, мне попалась ягодка 140 грамм. И вторая была 100 грамм. Я сам удивился. До этого мне больше 100 грамм не попадались ягодки, чем чемород и русь. А вот в этом сезоне она у нас любит влагу. Ее обычно, если воды мало, то надо поливать. Вот такая требовательная к себе чемород и русь. Японская селекция. Вот как много ягодок. И вот их как много она плодоносит. Большущая, сладкая ягодка. Вот у нас еще кусты есть чемород и русь. Вот можно увидеть. Вот еще. Вот там он спряталась ягодка. Смотрим, как она там выглядит у нас. Это вот чемород и русь. Вот. Смотрим внимательно на кусты. Ох, какая большущая. Большущая ягода. Видим, что она в руке у нас одна такая. Ой, сорвалась у нас. Она уже будет спелая, будет сочная. Надо ее, по идее, откусить. Сочная ягода. Она хоть тут вот зелененькая, но внутри сочная. И сладкая. Достаточно сладкая. Что у нас тут? Тут у нас тоже большущая чемород и русь. Ну вот уже в это время ранний срок созревания ягода закончилась. Вот ханей была. Она уже единицы остались на кустах. А это вот у нас плодоносит. Большущая, сочная, сладкая. Вот ее тут много у нас. В кусте, ну, примерно 20 ягод, из них 10-12 больших, как мы видим. Ой. Ой, какая здоровая. Тут он, они одна к одной. Этому кусту у нас 3 года. Не знаю, сколько она в реальности, но писали, что до 10 лет на одном месте может стоять эта ягода. Единственное, что почва должна быть удобренная, садить нужно. Желательно, чтобы предшественник был чеснок, лук. Вот. После картошки садить нежелательно. Пропадет ягодка у вас. Ну и также по посадкам. Флянсы должны быть только первые отростки. Все остальные удаляются, как правило, мы так делаем. Вот видите, там тоже здоровая ягода. Вон там он тоже еще. Ух, какая большущая. Ух ты. Цветок у вас какой здоровый. Вот так вот чемород и русь. Вот и здесь мы еще наблюдаем. Вот наблюдаем большую ягодку. Она такая форма не очень красивая, но зато она большая. Вот. Ее на кусте будет. Бывает, как видим, достаточно. Вот. Чемород и русь. Посмотреть еще большущая. Вот, ой, какая там. Вот
еще. Так вот выглядит Чемурат Руси, садится, как я уже говорил, 60 на 60. Вот такой здоровенный куст растет. Желательно садить в два ряда, не более. Потому что, как мы замечали, все, что растет уже третий ряд, то, что посередине, оно будет немножко ниже. А вот когда по два их садить, то они имеют возможность разрастаться и проявлять себя. У меня можно заказать саженцы Чемурат Руси. Телефончики я оставлю в конце видео. Можете звонить, e-mail оставлю, можете писать. Вот. Отправляю саженцы почтой после предоплаты. То есть вы оплачиваете полностью за саженцы плюс почтовые. И в течение двух дней я вам отправляю по указанному вами адресу. Ну, естественно, фамилия, имя, отчество получателя.